ваш прогноз. Будет ли Путин и должностные лица Российской Федерации, те, которые прямо или косвенно участвуют в российской агрессии, привлечены международным уголовным судом, международной уголовной ответственности? Вот ваш прогноз. Я думаю, что здесь как бы не хотелось бы выступать Кассандрой. Да? На сегодняшний день юридических оснований там достаточно мало, но есть и прежде всего это неучастие России в статуте Международного уголовного суда. Я думаю, что во многом это будет зависеть не просто там, знаете, от какого-то прогноза или нашей веры. Да? Это будет зависеть от позиции международного сообщества и соблюдения ценностей. Если все-таки международное сообщество, несмотря на все сложности в Европе, все сложности в мире, и придет к выводу о том, что нарушения международного права должны влечь ответственность и наказание, и страшный прецедент, да, такой, как бы, когда это все сходит с рук, не должен разрушать международный правопорядок, то Путин будет отвечать. Я напомню, даты могут быть очень разнесены, к сожалению. 94-95 год, преступление в Сребренице. 96 год, Милошевич сидит в Дейтоне вместе со всеми за одним столом. 2001 год, Милошевич в Гааге, в Международном уголовном суде. Потому что здесь прошло 7 лет с момента совершения преступных деяний до привлечения, но международное право и международные механизмы, хотя и не работают сами по себе, а всегда имеют в основе геополитические, политические, стратегические соображения, но этих механизмов достаточно к тому, чтобы привлечь к ответственности нарушителя международного права.